Всем привет, мои дорогие! Все на свою занавесочку любуюсь. Красота! Вот это уже, конечно, что-то все запуталось, у меня аж поотрывалось. Надо вот залезать, делать. Тоже все светится. Ой. Нечего вот доделать вторую занавеску. Девчонки, присылайте. Может, есть какие ненужные пластмассовые бусины-то. Может, валяются без дела. А я, глядишь, из них что-нибудь еще и сделаю, не только занавеску. Вот осталось прям вот, ну, почти столько же. А у меня уже нет бусинков. Вот что поотрывалось, надо это все на место повесить. Еще в тени снег лежит, не растаял. А тут вон что творится. Посмотрите. Ожили и в рост пошли. Приличные цветы. Какие совсем вон, видите. А этому мусору ничего не делается. Ничего, все равно весна скоро. Врешь, не возьмешь. Сегодня хорошая погода. Ну, не сказать, что жара. Ну вот на солнышке под крышей, так я в одной футболке. Я еще свои ветки не вынесла. От граната до сих пор. А что тут снег, да? Непогода такая была, что... Не до этого. Вон, видите, еще снег лежит. Розочки вон идут в рост. И тут вон сколько листиков-то. А я этот куст не обрезала, представляете? Я про него забыла. Ну что, теперь будет такой, как дерево. Сейчас уже что обрезать? Вот да, где снег? А где листочки? Ой, кактусы мои. Каждую весну я за них переживаю. Все в снегу стояли. О, боже, коровка проснулась. Хо-хо. Чё-то ты рано, милая моя. Еще по ночам-то минус. А, вылезла, соскучилась по солнышку, да? Ой, голубушка. А это я забыла. Это манго или авокадо? У меня тут не помню. Ну вот один вроде ничего. А этот... Ладно, потом разберемся. Вот делала этот шарфик. И пришлось мне на концах обрезать вот эту вот красоту. Потому что иначе у меня шапочки бы не оделись. Шарфик такой замечательный. Он такой цвет. Вот камера высветлила, а он потемней. Такой пыльный. Шикарный шарфик. Вот. И вот остались у меня края. И вот я сейчас сидела
и их вырезала. Ну чего, куда-нибудь на декор пойдет, правда ведь? Правда, кое-где вон поотваливались они. Ну ничего. В общем-то, все блестит, переливается. Боже мой, какая красота! А вот что вчера доделала и сегодня сделала. Покажу. Вот принесла из сарая вот такой поднос. Лет 15 назад покупала Алинка его в Финляндию, мы когда ездили. Вот. И сколько он стоил-то? Стоил, ну, почти 17 евро. Мы, конечно, думали, что он весь деревянный, но оказалось, сами видите, что здесь бумага. Ну, вот этот, может, и деревянный, не знаю. Ручки-то нет, и ручки тоже такие же. Вот, мало того, я его когда-то там пыталась отмыть. Оказалось, что эти картинки — это просто пленка. Вот. Но он такой засранный, извините, потому что он стоял на плите, ну, рядом с плитой. И вот хочу я его реанимировать, но, конечно, он уже будет совсем в другом виде. Мерлин Монро тут не будет, потому что пока я это все отмою, вся эта красота слезет. Ну, попробую. Жалко мне его. Ну, что, ломать не строить. Повыдирала я плитку эту. Будем думать дальше. Вот эта лохмота меня прям убивает. Ужас какой-то. Что с ней делать? Срезать, что ли?
Ну, совсем другое дело. Вы посмотрите, солнышко-то было, вот где столб и дерево, а уже правее. Дело к лету. Ой, какое облако интересное. Ну что, двигаемся к лету. Вот как будет там вот лето, вот там, так значит лето. День сегодня хороший был. Вот погода прям хорошая была. Но по ночам холодно. Инна приходила и говорит, под тремя одеялами спала. Холодно ночью было. Ну, пока еще погоды нет. Но надеемся, что все образуется. Должна же весна в Крыму прийти в конце-то концов. Ну, что это такое? Ну что, мои хорошие? Вчера с Костей разговаривали, ну, уже ночью. Он мне поздно стал звонить. Вот. Ну и в результате я и не уснула. А все почему не уснула? Он мне говорит, мам, ты будешь скоро должна приехать в Мурманск. Я же у него прописана в квартире, а квартиру они продавать собрались. Надо как-то дом доделывать, денег не хватает. И надо будет выписаться из квартиры, прописаться в дом. Я ему говорю, Костя, я так чего-то устала от этих поездок. Да еще и аэропорт-то закрыт. Это надо на поезде ехать до Москвы, а там потом лететь. В общем, долгая будет дорога. Я ему говорю, я даже вот то, что я в Болгарию не еду, я сначала расстроилась, а потом думаю, ну и ладно, отдохну от поездок. А нет. Ой, начинается третья серия Марлезонского балета. Что меня расстраивает, я же тут понасадила рассады. Вот у меня ни пруха с этой рассадой просто. У меня уже тыквы такие уже выросли хорошие. В общем, Инне сегодня предложила, она говорит, ой, я так вот это не люблю. Да понятно, кто любит. Не знаю, если Вите надо, отдам. Вот. Но это еще неизвестно, когда он только вот показывать начал сегодня квартиру эту. Ну, посмотрим. А может получиться так, что он позвонит и скажет, все, приезжай. Выезжай, мать. Ну, в общем, я не смогла уснуть, и вот все в голове. Потом звонит Саша днем. Я ей говорю, Саш, меня Костя в Мурманск вызывает. Она говорит, из Мурманска к нам. Потом звонит Марина. Ну, я ей рассказываю, она говорит, попробуй только к нам не заехать. Ну, вот. Опять получается езда вот эта между городами. Вот такая у меня судьба. Ну, что делать, поеду. Мне больше всего понравился Сашка, внук мой. Он говорит, Люба, не приезжай, мы скоро сами к тебе приедем. Ну, я вам уж тысячу раз рассказывала. Он уже, у него совсем с маленького возраста. Если я приезжаю, значит, уезжают родители. А он очень переживает, когда они уезжают. И у него уже прям, ну, все. Приехала бабушка, нет родителей.
А Костя и сейчас говорит, ну, ты приедешь, пока тут побудешь, а мы съездим в Москву или в Питер, ну, тут мебель же нужна, да и материалы еще там надо. И ребенок, ты не приезжай, мы скоро сами к тебе приедем. Жалко его прям. Ну а что делать? По-другому никак. Они уж и так в Сочи вон летали, меня не вызывали, детей с собой брали. Так что вот такие вот дела, мои дорогие. Ну ладно, чего, поедем. Так получается, это просто ж... Здрасте! Это, как его, получается-то, что... Ну, мне просто уже надоело это одна и та же дорога. Да и вам, что интересного, опять то же самое. Ну, вот так вот получается. Я уж думаю, может, на поезде до Сочи доехать. А там лететь 5 часов до Москвы. Ну ладно, мне Марина обещала прислать там график, как сейчас, откуда, где и как самолеты летают, где не летают. Надо посмотреть. Может быть, какой-нибудь вариант другой выбрать. Так что вот так, мои хорошие. Опять ваша лягушка-путешественница собирается в дорогу. Ну ладно, ладно, слетаю. Что делать? Мне очень хочется, да им самим уже так надоело жить в этой двухкомнатной квартире. Раньше-то пятикомнатная была. Но кто меня смотрит, видели? С видом из окна, с обалденным. А тут вот живут 2-й год. Тесно, и хочется уже в дом. Я их прекрасно понимаю. Вот. Так что вот так. Ну, а вы, мои дорогие, спасибо, что пишете комментарии. Спасибо. Самое главное, мои хорошие, не болейте. А то он у Марины никак, мама, не выкарабкается. Никак. Лежат в больнице. Уже сколько времени. Хорошо, Марина с ней лежит. Вот так вот корона ударила по маме Вере. Ну, мы надеемся, что все образуется. Все будет хорошо. Так что не болейте. У Лены Баттл тоже мама. Что-то прям расклеилась бабулечка. И Лена-то после короны никак тоже не оклемается. Плохо себя чувствует. Ой, мои хорошие. Давайте, не болейте. Я вас очень прошу. И держите себя в руках. Пожалуйста, не паникуйте. Не накручивайте себя. Всем сейчас тяжело. Всем. Вы не думайте, что мне все пофигу. Нет. Но я стараюсь сама себя отвлекать. Стараюсь пытаться радоваться чему-то. Вот хотя бы тому, что солнышко вон садится. А завтра опять встанет. Оно же встанет. Несмотря ни на что. Вот надо так и относиться ко всему. Всех жалко, понятное дело, но... Я говорю, если бы мы могли что-то изменить, другое дело, а так сердце рвать, это... Себе только хуже сделаете. Так что держитесь, мои хорошие, находите себе развлечения.
Мы же можем, вы же знаете. Ладно. Давайте, я вас люблю, обнимаю, целую. Пока, зайки мои. До завтра. Всем мира и добра. Всем-всем людям на земле. Я надеюсь, что изменится что-то. Так же не может продолжаться вечно. Может, придут люди в разум свой. Давайте, мои хорошие. Я начинаю об этом говорить, и все, и сама расстраиваюсь. Давайте, мои золотые, пусть все у всех будет хорошо. Уже устала просить всех там, кто там за это отвечает. Но очень хочется, чтобы все было хорошо. Все, я вас люблю. Пока-пока, мои дорогие. Пока. До завтра.